Юлиус, 4-0, на первый взгляд, супер легкая победа. Ну, я бы не сказал, что легкая победа, но я рад, что получилось забить столько голов. Я рад, что я смог сыграть столько, сколько сыграл. И серьезно, я рад за результат, за игру и за себя, что здоров доиграл. Да, как проходило твое вот это возвращение? Не было ли какого-то страха перед игрой? Ну, знаешь, как после травмы бывает. Не, наоборот, я очень рад, что уже не мог дождаться, что буду играть. Когда узнал, что буду играть, я рад. Но немножко боялся, как физически буду. Ну, 82 минут, наверное, сыграл. Даже лучше, чем думал. Ну, было тяжело мне во втором тайме, уже чувствовал, даже на 60-й минуте чувствовал. Когда видел, что Никита идут менять, я уже так порадовался, меня. Потом посмотрел, Юру меняют, так еще надо поиграть, но я рад, что выдержал. Ты не часто забиваешь голы, тем не менее, сегодня это удалось. Что это было за празднование? Я же с Ромой Бегуновым перед игрой говорил ему, что если забью гол, покажу Тарзана. Что меня называют Тарзан, так что получилось, так что волосы распустил и сделал Тарзана. Следующая игра уже среди недели, то есть уже нужно думать о ней, хватит ли времени, чтобы восстановиться? Да, конечно. Так, у нас же команда большая, много игроков, так что много игроков поменялось, так что я думаю, будет все хорошо, приготовимся и поедем за победой в Гродно точно.